Друзья, всем привет! В прошлом видео под комментариями меня спросили, а где же вы берете такой маркер и такие бирочки? Честно говоря, я не думала, что с этим есть какие-то проблемы в наше время. Но, коль мне задали такой вопрос, я вам расскажу, где беру именно я. А беру я это все на AliExpress. Тем более, я вот только-только с почтой получила вот такой вот микроскоп, который тоже заказала на Алиэкспрессе. Но подключить пока я не смогла, потому что у меня компьютер не работает. Дисковод, а здесь есть вот такой установочный диск, драйвер. Вот. Ну, муж сказал, что решит этот вопрос, и я буду этим пользоваться. Тем более у меня есть одна орхидейка, которая вызывает у меня сомнения. То есть этот вот такой вот микроскопчик. Это не новость. У многих есть такая вот подставочка. Подключаешь его к компьютеру, к ноутбуку. Тут тоже есть переходничок. И здесь вот есть фонарик, который нажимаешь один раз, светодиоды загораются. Нажимаешь второй раз, они сильнее загораются. Нажимаешь третий, еще сильнее. Также есть, как я поняла, кнопочка. Это какой-то делает он скриншот. Или что, фото. Ну, в общем, вот такой вот фонарик с микроскопом. И эта штучка такая вот. То есть, ближе-дальше наводим фокус. Обязательно использую его, потому что мне нужно. Давно его хотела, но никак не могла купить. Теперь купила, и теперь надо как-то его установить. Но муж обещал мне с этим помочь. Стоимость его, мне вышел он 950 рублей. Ну, надеюсь, он свои функции выполнять будет. Вот такой вот микроскопчик. На днях мы его опробуем, тем более есть пациент. Так, вот смотрите, купила вот такие классные маркеры. Мне очень понравились, их 5 штук. До этого брала другие тоже на Алиэкспресс. Это перманентный маркер, который не смывается, который отлично пишет на бирочках на наших. Так, и давайте покажу тоже. Может, кому-то нужно. Очень тоненький, смотрите, с этой стороны. Ой, это что ж такое? Вот. А с другой стороны потолще. Видите, да? Отличный, мне очень понравился. До этого брала другие, не так понравились. Ссылочки все, кстати, я оставлю под видео. Если кому-то нужно будет, пройдете, посмотрите, закажете. Так, цена маркера, по-моему, что-то 115, вот так вот примерно, рублей. Отлично, кстати, пишет. На тех же бирочках, которые мы тоже с вами купили на AliExpress, я купила. Мы сейчас попробуем. Вот в этот раз взяла вот такие бирочки. Вот. Обалденные. Кому какие нужны. Вот до этого брала. Сейчас покажу вот такие бирочки. Это пластик. На них как раз только такими маркерами писать. И вот такие бирочки. Тоже все есть на Алиэкспрессе. Проблем купить, мне кажется, вообще нету. Вот, обычные засовываете бирочки. Так. И как они пишут? Вот можем посмотреть сейчас. Ой, господи. На пластике напишем этим маркером. Замечательно пишет. Вот потолще. Вот потоньше. Вообще бомба. Мне очень нравится. И не стирается. И водой не смывается. Отличное приобретение. Что бирочек, что маркеров. Так, бирочки тоже цена там что-то в районе 100 рублей за 100 штук. То есть 1 рубль одна бирочка. Нормально. Как по мне. Так, посмотрели мы наши маркеры, бирочки посмотрели. И многие видят, что я орудую, зачищаю какие-нибудь вещи вот таким вот скальпелечком. Это вообще-то резчик по бумаге. Еще, знаете, многие вот красивые, кто в Турции был, но не только в Турции, да, там видели арбузы резные. Вот это вот
вещь как раз для них тоже. Вот такие скальпелечки. Вот купила еще один про запас. Этот уже взяла синенький к этому скальпелечку. Но я его называю скальпель, он там как-то по-другому называется. То есть он идет в комплекте, он уже одет с лезвием. Ну что ж это за фокус такой? Так, ну что ж, никак. То есть вот уже в комплекте одетое лезвие, вот так вот откручивается это. Вытаскивается лезвие и меняется. И также в комплекте сюда входит 5 дополнительных. Вот они здесь. 5 дополнительных лезвий. Так, сейчас прикручу и продолжим. Так, значит, рассмотрели мы с вами и этот скальпелечек еще. Взяла. То есть, вообще, он там тоже стоит чуть менее, по-моему, 100 рублей. Тоже ссылочку оставлю, где брала, если кому-то интересно. И также взяла подобную вещь. Смотрите, тут тоже самое есть. Сама ручка. И вот такие вот тоже резчики. Видите, разные формы. Думаю, ну побалуюсь не только с растением. Возможно, тут тоже к Новому году где-нибудь что-нибудь украшу. Пусть будет. То есть вот можно, как есть пинцетики разные, так и есть, вот смотрите, разные формы именно лезвия. Да, насчет пинцетов. Тоже скажете, что, зачем? Купила обычный стандартный пинцет. Тоже с Алиэкспресса. Уже покупаю второй раз. Рублей 20 стоит. Вообще обалденный, классный, обычный пинцет. Но вот даже еще не открывала, видите? Тоже только получила. Но он такой прям классный. В плане хорошо-хорошо прижимает и хорошо... Ой, Кузька кашляет мне, болеет. Хорошо, в общем, пользуется. Пользоваться им очень удобно. Вот такой пинцет в районе там рублей 20. Да. Эра такая покупок через интернет. Даже пинцетики. Так, что еще не показала? Купила вот такие мерные ложечки. Одни купила для того, чтобы мне препараты для орхидей разводить. Видите, тоже закрыты. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. А другие купила, вторые ложечки уже, скажем, для кухни. Уже пищевые. Вот они разного калибра. Тут вот видно 15 миллилитров или... В общем, все подписано. Вот с разным калибром. Есть цветные также на Алиэкспрессе. Я взяла вот такие. Вот. Одни для дома, скажем, для кухни. Другие разводить препараты для орхидей. Тоже ссылочку на ложечки оставлю. Так, ложечки стоят в районе 60-65 рублей. Вот такие вот. Если кому-то нужно, можете тоже зайти посмотреть. Так, вот такую штучку тоже купила. Вообще купила 4 штучки, но они у меня уже стоят. Это место держатели для цветоноса. Но он уже мятенький, но он был абсолютно ровный. Это, видите, искусственный бамбук. Вот такой вот. И вот им можно придавать любые формы. Ему, допустим, скрутить как бамбук по спирали. Вот. Поставили, засунули сюда цветонос, скрутили где вам надо. И вот он цветонос, скажем, как будто в натуральном бамбуке. Ну, мне нравятся такие вещички. Может, и вам понравится. Вот тоже ссылочку оставлю. Вот, это даже интереснее, мне кажется, чем просто обычный держатель для цветоноса. При этом я еще, бывает, загибаю цветоносы во время цветения, чтобы они мне, допустим, шли по кругу. Мне кажется, им можно, ну, в любом месте, где вам там надо, воспользоваться, потому что он, видите, он гнется замечательно, сгинается и разгинается. Ну, что-то не очень дешевые,
в районе, не буду врать, короче, не помню, 70-80, а может даже 100 уже рублей. Не знаю, вот я покупала полгода назад. Вот их 4 или 5 штук. В общем, один у меня сейчас свободный есть. Вот решила вам показать. Так, ну и обычные зажимчики. Как есть с бабочками, так и есть со стрекозочками. Тоже купила на Алиэкспрессе. Если кому-то надо. В общем, все такие вещички я покупаю там. С маркеров вообще говорю, балдю. 110 рублей 5 штук. Ну, мне кажется, нормальная цена. С двух сторон не смываем. Вот такой маленький обзорчик моих штучек, дрючек. Так, еще кое-что жду. Тоже в скором времени придет. И мне кажется, это будет тоже интересно с этим повозиться. Потом, когда придет, все покажу. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Ссылочки оставлю, если кого-то это заинтересует. Все, мои хорошие, буду прощаться. Если кто-то еще не подписался, обязательно подпишитесь. Впереди очень-очень еще много интересного. Задавайте вопросы, спрашивайте. Может, я не знаю, что вас интересует, а вас что-то вот такое интересует. Я вам расскажу, покажу. Мне скрывать нечего. Все, целую. Всем пока-пока.